Всем привет, друзья, подписчики, гости канала. Сегодня у нас видосик по копу. И сегодня, ребята, будет самый легкий коп за всю мою историю существования канала. Потому что сегодня, ребята, будем копать вот здесь, возле моего дома, на месте, как вы уже заметили, сломанной веранды. То есть здесь стояла летняя терраса, ребят. Мы ее вчера с Юрцом разобрали. Ролик на лайв-канале увидите. Вот, будет воздвигаться новая. Ну и, соответственно, как бы, ребят, я решил, ну, просто я не могу, как истинный любитель приборного поиска, пройти мимо этого всего и не прозвонить фундамент терраски. Особенно после того, мы там, когда накрывали линолеум, короче, доски напольные были, наверное, в мизинец толщину. Соответственно, любые, наверняка, монеты какие-либо падали, советские, царских вряд ли, потому что дом начала 20-х годов постройки. Ну, может быть, нам что-то и повезет, может быть, советиков подкопаем, ходячки, наверное, какой-то, а может быть, будет что-то интересное, потому что неизвестно, когда была эта терраска, в каком году возведена. Есть только информация та, что обивалась эта терраска фанерой 1960 года выпуска. То есть именно на фанере было написано ОТК, штамп, год производства 1960. Но это обивка. А вот когда эта терраска ставилась, я не знаю. Друзья, в нашем хобби без металлоискателя никуда. Поэтому я вам подскажу, где его купить. Магазин Антиквар 32. Делаешь заказ, нажимаешь оформить и вбиваешь промокод «Охота за сокровищами», который работает теперь вот так. Забиваешь, получаем скидку, либо подарок, товар падает в корзину, заполняешь свои личные данные и используешь любой перевозчик и компанию по пересылке грузов, которая присутствует на сайте. Оформляешь заказ, и ваш товар уже в пути. Скидка по промокоду «Охота за сокровищами» работает почти на все. Сейчас, ребята, все возможно. Купи свой металлоискатель уже сейчас, потому что сезон в самом разгаре. Магазин «Антиквар 32». Пожалуй, это то, что нам нужно. Так что, ребят, я вам сейчас сделаю небольшой обзор. Вот, я говорю, это будет самый легкий коп, потому что у меня здесь все, мне не надо никуда ходить, не надо топтать километры, вот, по буеракам, по зарослям. Вот лопата, вот штатив, вот металлоискатель, в рюкзаке сейчас достану наушники, блок и все остальное, и вот эту вот засыпочку, ребята, буду проходить. Интересного здесь пока ничего не найдешь, потому что здесь еще не тронуто, вчера было только... А ну, ни хрена. А вот это, похоже, уже интересное. Глянь, я вчера даже не заметил. Горшок. Это, ребята, горшок. Вот тебе и находка. Прям практически под полом. Ну, я не думаю, что он царский. Вот, это просто быть не может такого быть. Но что-то тут будет интересное. Интересное, ребята. Найдем клад ли мы возле собственного дома. Есть такая грандиозная пословица. Вот. Нужно пройти там сотню километров, да, в поисках клада, а потом в итоге, типа, под старость лет найти его возле собственного дома. Это актуально, это действительно, наверное, такое бывает. А пока вот такой горшочек глазами. И еще, когда мы вчера разбирали терраску, я вам, ребят, сейчас покажу находку. Ну, это обычная ходячая 10 копеек. Я ее положил сюда, потому что она найдена именно здесь. Вот. Так что смотрим, ребят. Я сейчас установлю камеру на штатив, ну и буду вам показывать, прозванивать. Вот. Если будут монеты попадаться, соответственно, буду вам показывать их на камеру. Вот так, вот такой вот коп. Ну что, ребятки, короче, просмотрел я, сигналов просто до сраной жопы. Не знаю, что там получится, вот. Но как бы весь шмурдяк я буду складывать вот это вот ведро. Вот, то есть вот это вот ведро. Потом я вам покажу, что я накопал, какого шмурдяка еще. Вот, но монеток пока не нашел, но я, в принципе, только и расположился, включил, отстроился. Вот, поэтому, ребята, все самое интересное, как всегда, впереди. Смотрим.
Вот такие вот находки начинают попадаться. Сигналов просто валом. Не знаешь, с какой стороны просто брать и звонить. Просто валом сигналов, просто жесть. Такого давно, такой мусорки я давным-давно не видел. Вот. Но тем не менее. Так, ну что, братцы, первый монитос. Смотрим, 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 смотрим. Вот он. Короче, это поздние 2 копейки. Год не вижу, точнее, вижу, но не посмотрел. 1986 год. Вот. Я тут немножко, по-моему, лопаткой по нему дерябнул, царапнул. Вот, показываю прям в объектив камеры. Это вторая монета со сломанной терраски, с фундамента. Это уже хорошо. Так, короче, ребят, я сделал ход конем. Вот, ввиду того, что этот грунт будет отсюда все равно вывозиться, вот, то есть вот эта засыпка земляная, мы будем фундамент класть заново, заливать. Я решил, думаю, а что я буду этот грунт туда-сюда там волочить с угла в угол, да? Я взял вот эту вот, короче, ну от удобрения, вот этот мешок здоровый, разрезал кусок, вот, и скидываю сюда 5-6 штыков, это самое, грунта с фундамента, потом высыпаю это в тачку и вывожу. То есть как бы я делаю и полезное, и приятное. То есть все совмещаю, братцы. Вот такие вот дела. Но монет пока не нашел. Вот, это всего лишь только вторую тачку я вывез. Но кто ищет, тот всегда найдет, дамы и господа. Именно так. Ну что, братцы, с 4-го мешка сразу 2 штуки упало. Вот, 2. Вот такая вот. А 83-го года. И копейка 86-го года. Вот такие вот у них сохраны. Сейчас я их положу на ладонь. Блин, а у меня первая монета тоже, похоже, двойка 83-го. Вот. Сейчас я вам их попробую показать. Вот. Ну, поздние советы. Вот, прям вытянул, как пак-пак. Прям сразу 2 сигнала, блин. Вот, пожалуйста, 2 монетки. Ищем дальше. Ребята, находочка упала, пипец, короче. Чуть реально Кондратий не хватанул. Смотрите, она как выскочила вот этой стороной. И желтая такая. Я думаю, все, золото. А это всего лишь пуговица. Вот, но очень красивая. Вот, очень сюжетная такая. И очень, короче, я... Смотрите, какая, да? Вот. Но, к сожалению, это в очередной раз не золото. Но находка приятная. Так, ребятки, работа у нас продолжается. Почему у нас? Потому что Юрец пришел помогать. Показываю вам шмурдячок, который удалось откинуть. Вот, все сигналило пипец, конечно. Вот, из находок, короче, ну, монеты есть, есть горшки, вот, но только копейки. Вот, я, наверное, их штуки 4 нашел уже. Вот сюда я их складываю. Вот эта вот ходячка, это вчерашняя еще. Вот, руку рассек, блин. Вот. И копейки. Преимущественно копейки все поздние. 90-го года, 83-го года, 90-го опять года, 84-го года. Вот такая вот керамика. Это, скорее всего, наверное, от одного горшка. Вот. Так что как бы есть. Вот. Попадаются. Попадаются вот такие вот находочки. Вот. Находочки есть, находочки радуют. От души. Это еще не последние. Вот. Сейчас жара. У нас солнце вылезло. Началась жара. Взмокли мы все уже. Короче, ребята, пошел биметалл. О, какая красота. 10 рублев. Сигналило. Охренеть просто как. Ну, конечно, как пробка сигналила. 1991, да, я вот видел единичку. Вот, вот такая вот. Прям возле самого фундамента, возле этой, где заливка там в щели. Вот. Вот такая вот. Большая монетка, крупная, радует. В общем, мы продолжаем возить, мы продолжаем засыпать. Сделали вот около часа мы возимся. И вот, ребят, видите, сколько мы всего лишь сделали. Вот эту вот часть начали снимать, здесь сняли. Вот, короче, мы думали, что это все выйдет гораздо быстрее. Почему-то, когда шурфишь фундамент, кажется, ну, кажется, что как-то все быстрее проходит. Короче, вымыхлись. Надо будет отдохнуть, чаю попить, потом продолжим. Ну что, ребята, час с небольшим пролетел, как 2 минуты, наверное. Вот такой фронт работы мы уже сделали. Монетка попалась только одна. И то вот здесь вот возле порога. Я сейчас там еще прозвоню, конечно. Вот. Фундамент, как я понял, залит не был, а просто был положен на землю. Ввиду того, что терраска была деревянная, легкая. Ну, короче, мы с Юрцом тут потихонечку шуруем. И сделали такой вывод. Монетка 5.
рублей 90, по-моему, 2-го, что ли, года. Ну, то есть опять это Борьки-пьяницы. Вот, конечно, блин, братва, ну, это очень тяжелая хренотень. Я устал, как собака уже. Как две собаки, мы вдвоем устали. Вот, поэтому я думаю, что мы сегодня это не успеем сделать. Вот, дай бог бы нам еще хотя бы четверть это все взять и будем закругляться. Тачек, несмотря на это все, мы отвезли, наверное, около 30 тачек. Вот, очень много. Это просто жесть какая-то. Вот этот колотый цемент, камни, щебень, они такие тяжелые, что, ну, короче, есть над чем попотеть. Вот, будем продолжать. Отдохнули, чайку попили, сейчас попрем дальше. Смотрим дальше. А вот, ребят, исключительные кадры. Крест, не знаю, серебряный, алюминиевый, советский, царский. Блин, звонил он офигенно, конечно. Вот он. Вот это такой вот крестик. Спаси и сохрани. Слышь, Юрец, ну он легкий, походу ты прав. Алюминиевый. Ну да, вот такой вот крестик. Братцы, серебра тут пока не видели мы. Че скажешь? Ну серебро этот, как его, алюминий, легкий очень. Он прям вообще как этот. Ну-ка посмотри. Алюминий. Ну, блин, как он звонил, а? Звонил по серебряному. Юрец нашел чешую. Говорит, чешуя. Она, говорит, всегда в такой форме. Берем. Так, ну что, братцы, короче, на сегодня все. Осталось нам вот это вот преимущественно доделать, ну, просто разровнять. Мы решили, короче, не вывозить все. Вот, начали уже копать под фундамент. Вот, расчистили здесь фундамент по этой стороне. Расчистили фундамент вот по этой стороне. Монет, конечно, блин, это целое состояние. Вот, сейчас я вам все покажу, я уже не снимал, потому что, блин, реально, как бы, когда эмоциональный спад такой, ввиду огромных физических нагрузок, тут вообще ни до чего, если честно. Вот, ну и вот здесь вот фундамент мы будем брать на 30 сантиметров, как я вот здесь вот прокопал. Вот, ну и будем уже потом вот это вот разглаживать. Я еще здесь прозвоню, по-любому будут и советы, будет и самый Борька-пьяница, мы их там надолбили хрен знает сколько, там монетка одна есть, вообще обалдеть. Вот, ну и будем уже потом заниматься фундаментом. Камни мы выбрали, остальное вывезли вон туда. Вот, тачек 40, наверное, получилось, ребят. Ну, я думаю, то, что не это вам особо интересно. Идемте посмотрим находки. Юрца, как всегда, не показываю, Юрец. Короче, Юрец и я, мы еле-еле стоим на ногах. Вот, вот эта мне монета понравилась. Вот такая вот. Короче, 50 рублей, ребят, охренеть. Я когда это самое, ну, Юрец нашел, я говорю, охренеть просто вообще. Да, и в руки взял и... Ну, как бы, она тоже пьяница, но, блин, полтинник, 1993 года. Вот, чуть мы ее тут помыли, вроде как Санкт-Петербургский двор. Вот, и погнали. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать семь, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять монет, алюминиевый крест, два куска горшка, вот такая вот пуговица. Были еще пуговицы алюминиевые, но я их брать не стал, я их выкинул в шмурдяк, в ведро, которому накопилось тоже уже достаточно много, пол ведра, наверное, там и проволока алюминиевая, и все вот это барахло. А? Ложки? Ну, а нахрен их показывать? Ложки тоже я не показывал. Это вообще как бы беда. Вот, ложки, крышки, поварешки. Вот, это все, ребята, с терраски. Представляете, с веранды. Что будет, если дербануть дома полы? Вот, я думаю, что находок будет не меньше. Хотя, дома доски напольные лежат встык, щелей практически нету. А здесь были огромные щели на самом деле. Ну и плюс на летних верандах любили в свое время там посидеть, чаю попить там. Вот, ну и как бы лето жарко, что дома сидеть. Соответственно, собирались. Кто-то там в сику на деньги играл, кто-то в буру. Бывало такое, в деревне нечего делать. Вот, так что вот так вот, братцы, такие вот дела. А сейчас на этом сосед заколебал. Вот он как начал, наверное, вот перед тем, как я последнее включение делал. Замахал вот весь день вот этот триммер, этот конченый.
Вот, сейчас у нас, ребята, вот, смотрим, да? Сейчас у нас, ребята, топится баня. С Юрцом мы должны снять усталость, попариться маленько, по чаю, Юрец покрепче чего-нибудь. Вот, и, как говорится, спать, пока вся эта церемония пройдет, уже, конечно, стемнеет. Вот, вот эти вот остатки терраски, которые мы не допилили, у нас просто физически не хватило сил, у меня ноги еле передвигаются, это мы добьем завтра. Вот, и у нас будет пол дровника дров. Вот так вот, ребята, а находки вы видели сами. Целое состояние, куча монет, миллиард монет, вот, но, ну пусть они не стоят, но они очень приятные и очень, как говорится, ну, к месту, в общем, прям как раз таки и ролик получился. Я думал, ну штук десятка-то я должен был найти, а там за 20, короче, 25 штук, это жесть, еще будут. Завтра еще, может быть, что-нибудь наковыряем. Вот. Но если будет что-то ценное, я сделаю врезку в конец видео. Спасибо за просмотры. Хорошего вам дня, вечера, утра. В какое время вы смотрите этот ролик. Мира и добра, счастья и любви. Хорошего настроения, позитива. Подписывайтесь на канал, пальчики вверх. И всем спасибо, всем пока. До скорых встреч и до следующих серий. Удачи!